ready for my goddamn skin suit. You best bring that extra long tape measure on account of my humongous balls. Ну что, дорогие мои друзья, подходит к концу опять сильнейший выживший. Давайте подведем небольшие итоги. Даже не знаю, с чего тут начать. Ну, смотрите, мы в последнем раунде залетели на 6 место, 57 миллионов. Общий ранг у нас 429 миллионов. То есть мы заканчиваем третьим. В принципе, нас это устраивает. Я планировал вторым. Но сегодня вот этот чувак решил прям жестко взлететь. 158 миллионов он набил. То есть он на 100 миллионов больше меня набил. Вот видите разницу. То есть, в принципе, мы с ним были практически наравне, но он резко решил отрываться. За счет чего он решил отрываться? Как минимум вот за счет машинок. На машинках он прям что-то сильно уж взлетел. Считайте, 60 миллионов — это 100 ключей. Блин, 100 ключей как бы дорогое удовольствие. Я вам скажу. Первое место Биг Дэнни. Возможно, у них здесь будет даже между ними война. Четвертое, я не думаю, что будет меня догонять. То есть третье место — 70 губернаторов. В принципе, очень хороший результат. Плюс 70 медали навыка. Сегодня в этапе было все в кучу. Обучение, строение, технологии, выжившие, прокачка, ускорение всех этих радиотрансляций, свалка, трата рубинов. Я сначала думал потратить рубины, но когда этот чувак обогнал меня на 100 миллионов, я такой... Добрый вечер, пока второе место. К сожалению, второе место нам не залетело. Ну и так мы сегодня, в принципе, неплохо набили. Ну, мы сегодня набили, конечно же, 57 миллионов за счет того, что вытаскивали Шейна. В предыдущем видео или в предпредыдущем вы сможете это посмотреть. Так, в принципе, опять очень хорошее, высокое место. Губернаторов у нас станет уже на порядок больше. Это радует. То есть на данный момент у нас губернаторов 80. Он станет двухзвездочный, их станет плюс 70, 50. Еще нужно будет 100, чтобы он стал уже трехзвездочным. Был 80, я считаю, что это очень отличный результат. Ну, на этом сильнейший выживший заканчивается. На следующего сильнейшего выжившего мы наконец-то прокачаем 22-ю ратушу. Запустим в ускорение пожарную часть 22-ю. За счет ускорения запустим, чтобы она стала 22-й, будем уже прокачивать Т8, потому что на нас надвигается GPP с Т8. Ну и нужно будет отвоевать КОМ-4. А сейчас всем спасибо за просмотр, всем до новых встреч, пока-пока.